відповідно, ми... Вот, да, ну, елементарно, не можете держатися в руках. А вам нужно ще работать себя... з преступниками, з хулиганами, з порушителями. Вот. Вам нужно принимать адекватне рішення. А наверное, ви хочете сказати? Наверное, возможно, это лизово. Я не адекватна, получається. Вот я, відповідь, чого мене не взяли. Меня звали Штрехов Сергеевич. У меня к вам вопрос один. Понимаете, сложилось такое мнение, мы с кандидатами, которые были отвергнуты, так сказать, после собеседования, выявили одну линию, которая проходит, вот, красная линия через все собеседование. Кто был отставлен в сторону? Закономерность такая. Закономерность просто вычислили. Закономерность какая? Значит, кто когда-либо сталкивался, либо в роли потерпевшего, либо в роли, то есть, обучающегося в институтах МВД, и не пошли работать в милицию, да, и у кого сложилось негативное мнение о милиции, о работе милиции, то есть о взятках, о, ну, фактах просто. Это факты, это не голословные какие-то высказывания, это то, что случилось, например, со мной, с другими людьми. Это можно подтвердить, то есть, как говорится, лица с фамилиями, с именами, с должностями. И вот кто высказал прямо или косвенно свое негативное отношение к работе милиции, всех их отставили в сторону. Они в руках и не важно не было держать. Даже, какие эти самые, какие были, значит, показатели на логических тестах, какие были показатели на ФИСПО, хотя среди нас оказались и мастера спорта по разным видам. Разные виды, по греко-римской борьбе. Короче, значит, чемпион Европы тоже по какому-то единоборству. Вот, юридические образования, у многих два, значит, образования выше. Их всех отставили. Досконально. Вот вопрос, почему это все отставили в сторону? Неужели это, как говорится, вот этот вопрос о негативном отношении к милиции был решающим на собеседовании? Неужели, как говорится, кто-то испугался, что зайдут честные люди и как-то переучат эту систему, научат ее работать честно? Щоб не було популізму, хочеться, щоб документи були відкриті, щоб можна було зрозуміти. Ви захотіли зі мною пообщатися, я вийшов. Були коли-то екзамени, і всі результати екзаменів вивішували в коридорі на всеобщее обозрение. Кроме того, що я вам сказав, що сьогодні прийде людина, яка відповість на всі ваші питання. Другими словами, вона ж